9 числа в районе 14 часов дня произошло возгорание на производственной площадке «Шар» на кровле. Площадь пожара достигла 2500 квадратных метров. Пожарные подразделения на данный момент времени ведутся работы по вскрытию и разборке конструкции. Открытое горение ликвидировано. На момент возникновения пожара все люди из производственных помещений были эвакуированы. Погибших и пострадавших на пожаре нет.